Песня моя, река, кружится берега. Песня моя, река, кружится берега. Исполнителям авторских песен громко не аплодируют и редко подпевают. Ведь для того, чтобы понять смысл композиции, нужно внимательно слушать, не отвлекаясь на посторонние звуки. Возможно, потому фестиваль и был организован в тихом укромном уголке парка за Дворцом культуры «Нефтехимик». Ну, я вообще люблю поэзию, люблю бардов. Я сама по профессии геолог. Но я уже пенсионерка, мне 70 лет. Но поэзию очень люблю. Люблю песни бардов. Хотя первый раз слушаю. Большинство бардов не выступают на большой сцене. Песни исполняют в узком кругу друзей и знакомых. Я не профессиональный поэт, поэтому получается... Я долго шлифую. То есть несколько исполняю, что-то не понравилось, я переделываю, пока не добьюсь там концентрации такой уже, мысли концентрации. Для многих ангарчан в этот день было открытием, сколько ярких и талантливых людей живут в одном с ними городе. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин, «Местное время».